Сбыт наркотических средств в Орехово-Зуевском районе пресекается. В одном из ночных клубов города Ликино-Дулево были задержаны двое подозреваемых в сбытии наркотических веществ, так называемых спайсов. Двое молодых людей были задержаны ночью в одном из развлекательных заведений города Ликино-Дулево. В ходе личного досмотра был обнаружен пакетик с веществом, похожим на так называемый спайс. В ходе осмотра жилища по адресу проживания этих лиц было обнаружено изъято психотропное вещество амфетамин общей массой почти 314 граммов, а также 7 пакетиков с веществом, похожим на спайс. Также на улице города Орехово-Зуево обнаружено изъято в общей сложности 16 пакетиков запрещенной курительной смеси, приготовленной выше указанными лицами для незаконного сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело.